Друзья, всем привет! Я рад всех приветствовать на канале Перекупщик. Вашему вниманию редкий паровоз. Эта игрушка привезена из Англии. Смотрите предыдущее видео. Я снимал про автобус. Значит, данный паровоз также ручная работа, 40-е года. Цена сегодня, оценка, колеблется от $100 и выше, повторюсь, потому что это 40-е года, очень редкие игрушки. То есть это не штамповка, которая делалась у нас в СССР, там в других странах. Это такая, скажем, модель, полностью в рабочем, в хорошем состоянии. Вот посмотрите, как она очень красиво сделана. То есть, да, здесь есть, конечно же, какие-то определенные несостыковки. Вот даже еще паутина тут осталась. Кто не знает, значит, купил я эти вещи. Привезли их. А, вот паучок даже. Это, к счастью, к хорошей продаже. Привезли, значит, женщине эти игрушки из Англии, а их нашли в заброшке, в доме. Ну, вот что-то ёкнуло у меня внутри, и думаю, надо брать. Взял их по дешевке, не скажу за сколько. Это все тайны бизнеса, друзья. Вот, и сегодня такой вот автобус, повторюсь, от $100. А обычная железная дорога сегодня стоит в полном комплекте больше $100. Это СССР, а это еще ранее и ручная работа. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, завистники, ставьте дизлайки, задавайте вопросы, приобретайте мои лоты, и до новых встреч, друзья!